Здравствуйте, зрители моего канала, подписчики. Так, приветствую за октябрь. У нас такие. Так, это у нас, это. О, все, забыл. Тимон. 14 месяцев, 175 сантиметров. Весит 422 килограмма. Прибавил 112 килограмм. Это, по-моему, за 4 месяца. Он, как я его в колду выгнал, он у меня не подпускал, убегал. Это пумба, тоже 14 месяцев, 173 сантиметра, 409 килограмм, 18 килограмм прибавил всего лишь. Он что-то слабовато прибавил, хотя он смотрится крупнее, чем тот. Чуть-чуть подлиннее он, по-моему. Ладно, это пандус, 8,5 месяцев. Так, где бумажка? А, нет. Так, 240 килограмм. Прибавил 32. Это барсук. 150 сантиметров. В районе, ну, 9 месяцев, наверное. Так, 280 килограмм. Прибавил 37. Это у нас Яша, 180 сантиметров, 449 килограмм. Так, ему 16 месяцев, 33 прибавил. Это мышонок, 179 сантиметров, 448 килограмм, 15 месяцев. Прибавил 39. Это чип, 181 сантиметр. Так, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 17 месяцев. 462 живой вес, прибавил 40 килограмм. Это у нас арматура. Так. 179 сантиметров, 448 килограмм, прибавил 26, 15 месяцев. И это беляш, 175, 422 живой вес, прибавил 38, тоже 15 месяцев. Так, это наша мелочь. Так, это бурый. Где ты у меня? 112 сантиметров, 125 килограмм. Прибавил 21. Ему чуть больше 5 месяцев. Почти 5,5, наверное. Да, 125 маленький, конечно. Он у меня хулиган, отказался молоко пить с ведра. И соски не пил, и ведра не пил. Вот и отстал. Так, это Халк. 4. Короче, через 8 дней ему будет 5 месяцев. 127 килограмм. Прибавил 22. Тоже в объеме 112. Это Красуля. Ей 5 числа будет 4 месяца. Весит она 102 килограмма. Прибавила 26. Она скоро этих догонит. Это панда. Панденыш. Ему 5,7. Через неделю, через 8 дней будет. Ой, или... Да, через 8, по-моему, будет 6 месяцев. Весит он 151 килограмм. Прибавил 24. Ой. Так, это рыжик. Огрызок наш. 8,5 месяцев почти. Без 2 дней. Так, 100, 130 сантиметров он.
Да, 192 килограмма. Ну, нормально. 26 килограмм прибавил. И замерил я эту дикобразину. Ну, не дикобразка, так-то она ручная, подходит все. Ну, шуганная. 162 сантиметра. За 2,5 месяца она прибавила 63 килограмма. Ну, неплохо. Я думал, она меньше весит. Ну, ростом она даже, наверное, повыше моей коровки вот этой. Вот такие привесы. В принципе, хорошие привесы. Я им фуража прибавил всем. Эти у меня жрут. Ну, наверное, вот эти 9-литровое ведро жрет каждый. Там 4-4,5 килограмма. Ну, плюс-минус. Может, чуть поменьше. Даю я им 3 раза в день. Всем даю по 3 раза. Иногда и коровам сыплю, чтобы не стояли в рот, не смотрели другим. Молока сейчас прибавили они. Чуть-чуть побольше уже даю. Сегодня 35 отвез. Так бывало, и 30 не было. Ну, там я еще красулю маленькую воду мешал с молоком. Я ее месяц так отучал. Она и раньше, и маленькая была, воду пила. До 3 чисто молоком поила, а потом месяц с водой мешал. Где 2 литра, где 1,5. А сейчас чисто воду после аппарата споласкиваю теплой водой. И этих я теплой водой пою. И того иногда. А остальные все холодную воду. Место освободилось у меня еще. Тут место, здесь место. Поголовье сократилось у меня. Года два такого не было, наверное. В прошлом году их набрал 26, больше не сбавлял. А сейчас что-то прям... Беда.